играешь в танки, подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Всех приветствую. Привет, ребята. С вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор по танкам нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре ПТСАУ ветки Германия. Германия 7 уровня. Штурер Эмиль. Вот такая огромная ПТ-шка, огромная пушка. Вот. А может быть, у нее есть броня, не знаю, пойдем сейчас посмотрим. Мне эта ПТ-САУ нравится, как и другая немецкая ПТ-САУ 7 уровня, Як Пантер. Вот. А это тоже заходит, тоже нравится. Давайте разбираться постепенно, почему. Идем сначала смотреть бронирование Штурер Эмиля. Итак, вот он наш Штурер Эмиль. Смотрите, весь такой оранжевый, красный. Ну, наверное, Штурер, штурмовая ПТ. Давайте смотреть. НЛД 65, приведенки 67. Он достаточно большой. Есть вот нижняя еще полоска. 35-56 приведенки. Есть корпус. ВЛД его можно даже назвать, да, здесь. Это 35 мм приведенки 59. Вот. Дальше есть рубка. Рубка 50, в переведенке 50. Она практически под прямым углом. Вот. Есть лючок мехвода 50 мм. Есть маска тоже 50. Вот есть небольшая планка внизу 147. Но она потому что закругленный угол приведенной брони. Короче, ребята, танковать она тоже не может, потому что угла горизонтальной наводки не хватает. У нее нет вообще брони. Это чисто кустовая ПТ. Нету брони вообще. Идем в ангар. Так, брони нету. Карто. Хорошо, еще открытая рубка, что означает, очень сильно боится арты фугасов ее. Правильно? Правильно. Идем смотреть основные модули. Нам прилагается две пушки. Первая 8 уровня Альфа 300 бронепробитие 169-227 голда. Заряжается менее 8 секунд. А ДПМ 2300, 2,3 секунды время сведения, точность 0,36. Говно, не интересует вообще. Интересует пушка девятка. Та, которая с альфой 490 и 630 на фугасах. Значит, смотрите, основным снарядом пробития 231, фугасом 65. Заряжается долго, почти 14 секунд в стоке. ДПМ 2130, 0,36 разброс, 2,5 время сведения. Но альфа 490 либо 630 фугасом решает все. Плюс точность пушки тоже достаточно неплохая. Мы ее еще разгоним, эту точность. Рацию рекомендую топовую, 8 уровня. Но вот я даже играл без топовой. На борща выходил. Да? То есть здесь сток 265 метров. Я катал 310, разница небольшая. Ну и топовая 700. Вот эту надо. Но я без нее фигачил, честно вам скажу, без нее. 300 лошадей и 310 на топовом, то есть 10 лошадей, я даже не знаю, зачем они нужны, тоже не качал. А вот для подвижности на месте, чтобы быстрее переводиться, гусельки, ходовую лучшую, я, конечно же, скачал. Вот, это что касаемо основных модулей. Полевая модернизация, если вы ее будете качать, если вы ее будете качать. Рекомендую выкачать облегченную ходовую во втором блоке, а стройку параллакса в четвертом блоке. И в пятом блоке рекомендую все-таки настройку эджектора. Это касаемо полевой модернизации. По снарядам. По снарядам. Значит, смотрите, здесь нету голдовых снарядов на этой ПТ-шке. Здесь есть только ББшки и фугасы на этой конкретно пушке. Скорость полета ББхи 880, фугаса такая же. Вот. Не самая быстрая скорость полета, но как есть. Далее, по снаряжению стандартный набор, включая доп-паёк. По оборудованию. Кустовая ПТ, два комплекта оборудования. В основной слот, дающий буст на орудие, да, на ДПМ, ставим досылатель. Во второй слот ставим усиленный привод наводки, в третий ставим улучшенный прицел. В
Второй вид сборки – это досылатель масксети рога. Второй вид сборки для неопытных игроков, которые только учатся играть в нашу любимую игру World of Tanks. Вот. По экипажу у нас здесь стандартные 5 обезьян. Вот, первым перком командиру лампу, всем остальным незаметный, вторым перком боевое братство всем, третьим перком качаем всем ремонт. Дальше, как указано в таблице. Вот. И насколько же эта ПТ-шка хорошая? Кустовая чисто, да? Хорошая. Почему? Давайте смотреть. Углы вертикальной наводки минус 15. Это самый большой угол вертикальной наводки на 7 уровне среди всех танков и ПТ САУ. Минус 15. Это первое. А второе. Альфа 490. Очень приятная альфа. Заряжается вот орудие, конечно, мы его подразогнали. 1.45. Но если бы у вас экипаж, в отличие от моего, был бы выкачан на 100%, он меня переобучен на эту ПТ-ху, но не выкачан на 100%. У вас было бы заряжание орудия там 0.22, это 11.23. Уже приятнее. А сводится 2.13. С полным пробученным экипажем будет 2.09. Разброс у меня 0.31. И это офигенная точность. 0.31. У вас может быть 0.3. Правда ведь? С такой альфой в 490 точность пушки 0.3. Прикольно. Сейчас ДПМ 2568, что тоже неплохо. По ХП, по живучести, у нас 850 средний показатель. По мобильности она очень медленная. Поэтому, как правило, данные ПТ-шки, зачастую мы их встречаем, они дефят базы. Это ее судьба, потому что еще и к 25 вперед лошадей, у нее 8 лошадей на тонну удельная мощность. То есть даже она эти 25-то еле набирает. По незаметности 21 неподвижный, 14 движений. Вот. По наблюдению, по обзору 395 метров, 6 метров у меня еще и штраф за то, что командир не проучен на 100% на этой ПТ. Что хочу сказать по этой ПТ САУ. Если будет в бою турбослив, вы с такой скоростью, как у этой ПТ САУ, ничего не настреляете. Вот, ну ничего, если ваша команда будет давить, все, вы из боя пойдете с нулем. Если ваша команда будет проигрывать, у вас есть шанс настрелять и достаточно много. Поэтому в выигрышных боях будете с нулем уходить из боя практически. В проигрышных не факт, что бой затащите, но хоть настреляете. То есть это ПТ-САУ похоже на старшие уровни шведских ПТ-САУ, там СТРВ-103.0, СТРВ-103Б. Это командозависимая очень сильно техника и зависит от скорости хода боя, в плюс либо в минус. СТРВ тоже, если бой идет турбослив у врага, то есть мы выигрываем, то тоже ничего не настреливает. Здесь ровно такая же ситуация. Чисто кустовая ПТ-САУ с очень медленной скоростью передвижения. Предлагаю отправляться уже в бой, посмотреть, как данная ПТ-САУ играется в современном рендоме. Идем. Так. Против восьмерок. Ясно. Ясно. Даже вот не знаю, берег поехать. Дефить. Да. Ну, явно налево. Либо здесь центр дефить буду. Либо вниз поеду на воду. Сейчас решим. Покончим с ними! Так, а кто на воду поехал из ПТ-шек? Никто. Значит, это будем мы. Все. Вот и решение всех проблем. Кто поехал на воду? Никто. Значит, наша участь.
И на низ поехала... Поехала тинтяжек. 53 ТП. Не, все правильно делают. На воду надо поменьше народом ездить. Но даже хоть один тяжелый танк кто-то должен прикрывать. А прикрытие одна ПТ-шка, ну такое себе. Еще и снарядов мало. Пошло. У меня этих мин много. Шрам останется загляденье. Это все прискорбно очень. И это все? Враг уже близко. Враги повсюду. Миленько. Два К, кстати, выписали. Обзорчик, конечно, рога бы сейчас тут пригодились. Прям 100%. Ну, мы как бы выигрываем. Аккуратнее там! Загуслили. Отлично. 870 урон по насвет у нас. Все. Один есть. Фражик есть. 2000 дали. Огонь. Вот. Пожалуйста. Точность пушки. Бронепробитие. Но скорости нету. Больше мы, я боюсь, ничего не настреляем. Враги мрут, как мухи, едем вперед. 10-5. Но при всем при этом 2К есть, 870 на света, 3К суммарки. Отлично, отлично. Правильно сделали, что поехали на воду. На центре там наши жалеба точно ничего не настреляли бы. Точность пушки, сами видели, бронепробитие нормальное, даже против восьмерок. Хороший УВН, прятался прям, только пушка высовывалась моя. Но скорость не дает настреливать много. Перемещаемся мы крайне медленно. Все, еще там два врага. Сейчас будет один. Вот, пожалуйста. Т-25 АТ. Все, умирает. Все, победа. Ну что, в принципе, для семерки против восьмых левелов я бился с тяжами. Я считаю, нормально. 2000 урона, 800 на света. Ну там не только на свет, там гусли были. Вернее, не на свет, а гусли ты и били. Гуслю сбил. Сушка умерла у врагов. Как-то так.
чё, ПТ-ха годная, нормальная. Абсолютно. Эти какая красавица. И убивает всех знатно годно. А, ребят, еще раз, кустовая ПТ. Кустовая ПТ. А, преимущество. Хорошее, точное, мощное орудие. А, УВН замечательный. То есть можете высовывать только дуло. Минус 15 градусов, извините. Минусы. Отсутствие полной брони, открытая рубка, уязвимость против фугасов. Медленная, безумно медленная скорость. И еще один минус. Вам всегда надо стрелять точно. То есть выпускать врага на себя поглубже. Почему? У вас очень мало снарядов. Вот. Большое спасибо за просмотр обзора. Ребят, пишите комментарии, что вы думаете по данной ПТ-САУ. Прожимайте лайкос под данным видео. А кто до сих пор не подписался, самое время это сделать. А сейчас всем хочу еще раз сказать спасибо. До скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.